Всем здорово, пацаны, с вами Ами. Мы продолжаем играть на серии с Матраем Тан номер 3. Все как всегда, я извиняюсь за задержку серии. Конечно, я уже говорил это в предыдущей серии, но извиняюсь. А сегодня, как вы поняли по названию ролика, мы будем заливать в мотоцикл драк прошивку, можно так сказать, и авиатопливо. Посмотрим, сколько он же поедет. Усаживайтесь поудобнее, готовьте чайку. Чё за... меня сбил, и погнали. Сегодня мы будем заливать топливо. Давайте зальем сейчас авиатопливо 2000 рублей и зальем где-то, давайте зальем на все бабки на 50 000 топлива. Самое дорогое топливо, что я покупал, никогда не покупал авиа, и посмотрим, насколько он быстрее поедет. Вот, все завелся. Теперь едем менять чип. Так, парни, мы приехали на драк-трек. Сейчас я своим подписчикам мультику, тебе привет, кстати, будем ставить рекорды, можно так сказать. Давайте поставим драк-чип. Вот у меня есть на мотике. Посмотрим, он будет управляться или не будет. Ну, это очень быстро, да? Но он не управляется нифига, как обычный драк-чип. Ну, поехали, посмотрим. Насколько этот мотик сможет его обогнать. Только доехать бы сейчас к трассе. И напишите, кстати, в комментарии, хотите ли вы сходку моих подписчиков на третьем сервере. Ну, около, чтобы было хотя бы 10 человек. И чтобы все собрались на драк-треки. И все, ну, драйк был, короче. Гоночки такие. Было бы интересно. А так мы приезжаем на старт и смотрим, где Мурзик. Вот он едет. Сетап. О, он драгчип поставил, потому что очень высокая. Ну, смотрим сейчас, сколько он будет ускоряться. Вот еще с багом, просто смотрите. 330. Просто в точку ушел, я так скажу. 7,7. Это рекорд, походу, да? Ну, давайте еще раз. Так, второй раз заезжаем на старт. Я теперь включу вид от первого лица, чтобы для полной эпичности было. Так. Что он там пишет? На следующем драке поменяемся. Окей. Что, поехали? Субарик. В жопе просто. Ходим тупо на мотоцикле. Изи. Так. Здесь что-то должно было писаться, ну да ладно. Эвен, 8,7, понимаете? Из-за того, что я баг не использовал, то чисто 8,7. Давайте напишем. Ща дам тебе свою Е46, на ней поедешь. Лучшее время у меня было 7,7. Давайте я ему дам свою Е46 и посмотрим, сможет у меня выиграть или нет. Так, я ему дал свои 46. Сейчас посмотрим, сможет он меня выиграть или нет. Что он мне пишет? У меня просто бар на драфт-чипе не поворачивает. А мне тоже. А, вот тут не драфт-чип стоит. Да давайте я буду бах использовать, потому что она очень быстрая. И 46. Все, просто уходит в точку, но мы потом ее догоняем и обгоняем, да? Все. Да, что-то мы в точку ушли, если честно. 9,1. 7,6 у меня даже лучше. Такое. Давай. В следующем я тебе дам мотик. И посмотрим. И да, у меня снова вылетел МТА. И да, не записал продолжение. Но могу сказать, что когда я зашел, запись у меня не хотела работать из-за бандикама, он что-то выглобывался. Но я все-таки хотел проверить и рассказать вам, сможет ли Е46 обогнать меня или не сможет. В итоге, я сел на Е46, а пацану дал мотик. И в итоге я где-то на корпус или полтора отставал от мотика. Мотик мне все-таки вздернул. То, что это вообще пушка для драга.
Если хорошо еще хороший чип сделать, чтобы мотик не буксовал и сразу уходил в точку, сотый бенз — это просто закон победы для низкого класса автомобилей. А на этом все, пацаны. Пишите комментарии, сделать ли сходку на смотре 3. Даже на этой неделе можем сделать на выходных, в субботу или воскресенье со стримчиком. Можем и без стримчика, и чисто серия. Заснимем, короче, все эти драки по погоне или что, гоночки. Сделаю красивый ролик с качественным монтажом и т.п. Пишите обязательно в комментариях, сделать или не сделать. Если сделать, то я сделаю анонс буквально завтра или послезавтра, что будет сходка. Если не захотите, то не будет. А на этом все. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. С вами был Эван. Всем удачи, пацаны, и всем пока.